Сегодня мы дадим информацию вам о предстоящих общегородских мероприятиях. Начать хочется с 74-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. У нас 28 января в городском доме культуры в 14 часов пройдет праздничный концерт, посвященный этой дате. 1 февраля, 74-я годовщина освобождения города Кингисеппа от немецко-фашистских захватчиков. У нас пройдут ряд мероприятий, как в наших учреждениях, в библиотеках, так и главное мероприятие непосредственно 1 числа в 12 часов у памятника Слава состоится торжественно-траурный митинг, посвященный этой дате. Как я уже сказал, начало в 12 часов, и затем церемония возложения венков цветов как к памятнику партизанов, так и в мемориале Рощи 500. Значит, сразу все знают, наверное, предприятия, организации, учреждения, которые возлагают у нас. Места не изменились, все места те же самые. Если кто-то позабыл, да, либо хочет уточнить, можно будет потом подойти, посмотреть табличку, кто какого памятника проводит возложение. Значит, по самому митингу, поскольку кто входит по Карла Маркса, видели, что установлено ограждение проезжей части и пешеходной зоны, поэтому мы все собираемся непосредственно около памятника. Там же для общественных организаций, ветеранских организаций будут выдаваться венки для возложений. Ну и, собственно, сразу там и выстраиваемся. В том числе будут определены места для ветеранов, будут определены места для группы возложения и почетного караула. Митинг удастся. Традиционно мы здесь ничего не меняем. И затем организовано от площади Николаева будут автобусы, которые отвезут всех участников возложения непосредственно уже в Рощу 500. Также организовано вернуться обратно. Ученое освобождение города Кингисеппа состоится 3 февраля, это суббота, в 14 часов в городском доме культуры. Поэтому мы приглашаем всех жителей на это мероприятие. Концерт будет подготовлен силами нашего культурно-досугового комплекса и Кингисеппской школы искусств. Очень интересный концерт с участием наших лучших коллективов, поэтому будем вас ждать на этом мероприятии. Далее, 15 февраля, это 29-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. В рамках этого мероприятия у нас пройдет открытие памятной доски, Александр Сергеевич здесь, да, накануне 14-го в второй школе будет праздничная линейка, будут руководители Кингисеппского района на этом мероприятии. Оно состоится, по-моему, 11 часов. Да, поэтому, если есть желающие посетить это мероприятие, доска будет установлена непосредственно в школе, на фасаде. Поэтому это мероприятие будет проведено в рамках годовщины. Ну и 15 числа в 12 часов у памятника воинам интернационалистам памятный знак, который у нас на Октябрьском бульваре установлен, в 12 часов пройдет митинг